лет 7 назад я открыла для себя Олега Геннадьевича Торсунова. Это знание стало настолько ценным для меня, что я даже ездила на его лекции в Москву. И сегодня, о чудо, Олег Геннадьевич наконец-то приехал в Чебоксары. Я с огромным удовольствием, с огромным воодушевлением и радостью провела эти 3 часа с надеждой на то, что это обязательно повторится в нашем городе. Огромное спасибо вам, Олег Геннадьевич, за ваше знание, за вашу веру в то дело, которое вы делаете, и за ту веру, которую вы передаете нам. Добро пожаловать в Чебоксары. Но особенно ценным стало для меня то, что поскольку лекция проходила в нашем родном городе, я увидела очень много знакомых, чему была несказанно рада. И всем, кто был сегодня в этом зале, и, конечно, Олегу Геннадьевичу, и всем-всем-всем людям мира, я желаю счастья. Хотим поблагодарить Олега Геннадьевича за вдохновение, за его труд. Он столько сил, столько своей энергии вкладывает в людей. Наша жизнь с его лекциями очень сильно изменилась в позитивную сторону. И хотелось бы пожелать всем людям двигаться к благости. На самом деле Олег Геннадьевич очень сильно изменил нашу жизнь, что если бы он, даже не знаем, где бы мы вообще были. Мы хотим ему пожелать, чтобы он продолжал это все делать. Мы будем в этом помогать. Я желаю всем счастья. С этого хотелось бы начать. Очень понравилось. Олега Торсунова слушали раньше дома, временами, отрывками, по 5-7 минут. Но первый раз на такой большой лекции. Очень воодушевляет. Мы и так знали, что он очень просвещенный, знает толк в своем деле, что действительно помогает и говорит правильные, важные вещи, и что меняет жизни, судьбы людей действительно к лучшему. Но в первый раз пришли, и нам очень понравилась сильная энергетика. Чувствуется, что много опыта, что много прям практических знаний, доказанных на своем опыте общения с людьми и решения проблем. Видно, что много решил и много кому помог. Ну вот, всем желаем счастья, процветания, чтобы люди самосовершенствовались и действительно помогали другим. Прямо это он толковал сегодня, что нужно получать и отдавать. Мы это и так знаем. Мы это и так знаем, читаем, видим, слышим, но не делаем. Как всегда, не делаем. И я надеюсь, что после этого люди начнут делать, потому что я это делаю, но немного. Все начинается у меня свои проблемы, дай-ка я со своими проблемами решусь. Нет, сначала нужно не то, что нужно, нужно помогать решать другим и свои проблемы тоже решаться. Поэтому всем желаю счастья. Дорогой Олег Геннадьевич, спасибо вам большое, что вы посетили наш город. Это был незабываемый вечер. Я подчеркнула для себя много нового, что я хочу в дальнейшем практиковать в своей жизни. Спасибо, Олег Геннадьевич, что вы приехали к нам. Мы желаем вам счастья! Дорогие друзья, мы клуб благости из города Йошкар-Ола. И сегодня нам такая возможность удивительная предоставлена была. Мы всем клубом приехали на семинар Олега Геннадьевича. Мы целый месяц готовились, очень ждали, медитировали на это. И сегодня, конечно, вот можно видеть по счастливым лицам наших участников. Все очень вдохновлены. Очень благодарна Олегу Геннадьевичу за ту силу, которую нам дает, за вдохновение, за то, что он живет для нас. И вот мы тоже очень хотим нашим клубом научиться также жить бескорыстно для других людей. Вот у нас тут такая эмблема нашего клуба, и мы решили, ну, что мы можем Олегу Геннадьевичу подарить? Мы можем только ему свои поклоны принести. Но вот очень уж нам захотелось такой подарок ему подарить. Это цветочки, розы, сделанные своими руками. Вот, ну, может быть, Олегу Геннадьевичу будет приятно. Мы очень надеемся частичку вот своей души тоже ему подарить. Благодарность за то, что он для всех нас делает. Я всех приглашаю на семинар Олега Геннадьевича, потому что контакт такой вживую, он действует до глубины души. Он меняет сознание, и человек, который бывал на таком семинаре, он просто начинает жить по-другому. Может быть, что-то хотят сказать наши участники? Да, Олег Геннадьевич кардинально меняет судьбы людей, он делает мир лучше, добрее, счастливее, дарит любовь. И
Огромное вам спасибо, Олег Геннадьевич, что вы есть. И мы живем век с вами. Низкий вам поклон. Давайте еще вместе скажем, мы желаем вам всем счастья!